саженцы эхинацеи пурпурный Summer Passion. Summer Passion представляют классический ромашковидный цветок с прямыми опушенными стеблями. Диаметр каждого соцветия не менее 9 см, язычковые лепестки медово-желтые, центральные зеленовато-желтые. Крупные высокие ромашки прекрасны в своей простоте, они дополнят композицию в природном или деревенском стиле. Растения сочетают с лиатрисом, лилейником, флоксами, монардой, тысячелистником. Эхинация Summer Passion цветет весь теплый сезон, начиная с июня. Многолетник зимостоек и неприхотлив, но не выносит переувлажнения и затенения. Эхинация пурпурная Summer Passion – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок, миксбордеров, газонов. Эхинация прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для обогащенных почв. По типу ствола эхинация пурпурная Summer Passion можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. В качестве места выращивания эхинации прекрасно подходит открытый грунт. Расцветает эхинация пурпурная Summer Passion в месяц июль, август, сентябрь. Интересные цветы эхинация могут быть до 15 см. Лист этого прекрасного растения по форме ланцетный. Обратите внимание, что эхинация пурпурная Summer Passion – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.